Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате гельмизин. Гельмизин выпускается в виде сиропа. Действующие вещества – эмблия кислая, тыква обыкновенная, дубровник, чеснок, инула, мари, крушин ломкая, порошок сушеного корня, мята перечная. Относится препарат к антигельминтозным средствам. Препарат может быть рекомендован для нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта, способствует выведению паразитов из организма. Перед употреблением рекомендуется посоветоваться с врачом. Обратите внимание, если у ребенка следующие симптомы. Симптомы заражения гельминтами, потеря аппетита, аллергичные проявления на коже, скрип зубами во сне, зуд в анальном отверстии, боль в области пупка, раздражительность. Применяют так. От 3 до 5 лет 5 мл 3 раза в день. От 5 до 12 лет 10 мл 2 раза в день. 12 лет 20 мл 2 раза в день. Применяют за 15 минут до еды. Срок употребления 14 дней. При необходимости применение можно повторить через 21 день. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не рекомендуется превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления. Противопоказания. Дети до 3 лет, период беременности, кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Остались вопросы относительно данного препарата? Пишите их в комментариях под видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.